был у Дёни друг, который сказал, что есть Чикаго-компания, которая только закупает раки и начинает развиваться. Поедешь там к ним, как бы, как новичок, учиться и работать. Все, я позвонил перед экзаменом Денису, с ним поговорил, он сказал, как сдашь экзамен, так я тебе билет куплю. И у меня был экзамен в понедельник, а в пятницу он мне скинул, что он мне билет купил на стажировку лететь в Чикаго. Все, я прилетел, я переживал перед экзаменом, чтобы сдать его, потому что, ну, это первая работа была официальная в Америке. Я сдал экзамен, прилетел, ну и как бы началась моя дружба с компанией Alvil. Это был не в шок, а удивление, что есть такие компании, которые есть такие условия. Там дисциплина, диспетчеры, дневной, ночной. Ну, то есть у компании очень много сервисов для водителей. Мне очень комфортно с ними работать. У них очень хороший коллектив. У них постоянный сервис. У них 24 часа, никто не спит. Это очень красиво у них. Из-за этого я тут 3 года уже работаю, потому что я знаю, что если что-то не так, я набираю телефон и все на линии. I got you. Yeah, going in that direction, bro. It's I'm gonna have to be at like 18-19. Все мега честные, мега ответственные, а у меня был печальный опыт в 2 компаниях по недоплате зарплаты, невыплате полной суммы, то меня отправили вот в компанию, в которой я работаю сейчас, и я туда пришла изначально на CarCaller. То есть я попала туда по рекомендации своего друга. Изначально я катался год как company driver. Потом я дошел до максимальной зарплаты, и просто переговорил с Денисом, сказал, что хочу больше денег. Он сказал, что ты как бы получаешь максимальную зарплату, можешь попробовать взять свой трак и поездить как оунер. Ну хорошо, вы подумайте тогда, если вам будет интересно, то вы можете у нас купить. Если нет, можете купить где-то в другом месте и к нам прийти работать. Или уже работать там, где вам будет удобно. Хорошо? Все, отдавайте, тогда жду звонка от вас. Да, до свидания. Это, наверное, не надо снимать, потому что это водитель уходить хочет. Ну, почему? Это как раз-таки рабочий процесс. Почему нет? А что случилось? Почему хочет уйти? Хочет покупать свой трак, уже 2 года у нас работает. И будете помогать ему? Просто не знал, будем ли мы продавать ему трак или нет. Поэтому он хочет попробовать или купить свой на дилерской, чтобы не зависеть от нашей компании. Но потому что если кредит не дадут, то тогда может обратиться к нам. А вы в этом случае вообще помогаете? Да, мы финансируем. Да. Сервис. И этот сервис создали Володя и Денис, которые тоже были водителями. Они работали еще, когда они, я знаю, в каких временах они работали, тогда такого комфорта совсем не было. Я понимаю, как они трудились, чтобы создать эту компанию, и поэтому у них и создали эту компанию, потому что они все детально все сделали по плану. Лучше них я не могу как компанию найти. А если я открою свой, например, но пока у меня такого плана нету, потому что тут мне комфортно. За все время у меня не было никаких мыслей и движений переходить куда-то в другое время, в другую компанию, потому что эта компания дает мне все. И мое развитие, а со своей стороны она выполняет как бы... Она позволяет мне становиться, скажем, умнее в этом направлении,
а со своей стороны все, что необходимо, все условия выполняю. Hello, how can I help you?